Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Арби, и мы продолжаем прохождение игры Tom Clancy's The Division. Итак, у нас есть новое задание, так, вот оно, путь на Манхэттен. Но есть еще одно, осада участка, но оно у меня уже завершено, но я не понимаю, почему оно отображается на карте. Возможно, ее можно перепроходить еще раз, я не знаю, с дополнительными игроками. Но, тем не менее, у нас сейчас задание «Путь на Манхэттен». Так, ты кто? Гражданский. Понял тебя. Ну, двигай ляжки свои отсюда. Ой, их даже пихать нельзя. Плохо, плохо, очень плохо. Юбисофт совсем зажрались. Так, ну давай, откроем. Так, присесть у нас нет, только в укрытие. Или есть все-таки? Нет, нету. Зато можно делать вот такой прыжок. Импульс нажмите Е, чтобы применить разведданный импульс. Понял тебя, но я еще до задания не дошел, так что подожди. Зря тратить импульсы не будем. Вон там. Вон за тем зданием есть бар. Там лучшие виски сауэр в Манхэттене. Если освободим город, угощу тебя выпивкой. То есть, когда освободим? А? Вот и вертолет. Там должны быть остальные наши. Наконец-то, даже не верится. Пошли! А, нога! Наконец-то, даже не верится. Ты здорово работаешь. Вот и вертолет. Пошли! Там лучшие виски сауэр в Манхэттене. Держись! Вставай! То есть, когда освободим? Эй! Потерпи! Эй! Потерпи! Ну вот и все! Вставай! Слушай, все с тобой нормально. По сравнению со мной тебя и не задело. Черт, командир погиб во время взрыва. Но есть задание, и мы его выполним только... Через минуту садимся! Лагерь будет справа по борту! Я все выяснила про первую волну. Кто погиб, кто пропал без вести. Остались только мы. Поэтому надо взять себя в руки. Выбора нет. ОТГ-68, диспетчерская, вижу Хадсон. Да, два агента спецотряда на борту. Это их вертолет рванул. У
ТГ-68, захожу на посадку. Обычно, чтобы понять, можно ли рассчитывать на человека, нужно время. Но времени нет, так что я ставлю на тебя. С прибытием в Хадсон-Пирс! Только не знаю, на что вы рассчитываете. За воротами идет настоящая война! Кто тут командир? Капитан Бенитес. Он руководил эвакуацией Madison Square Garden. Но утром связь не пропала. Если до завтра он не проявится, уходим. Никто никуда не уйдет. Мы вернем себе город. Бери снаряжение. Будем на связи. Желаю удачи. До свидания. А че это я не понял? У нас персонаж не мой, что ли, или как? Ему язык отрезали. И кто вообще так нас дико подставил, взорвав наш вертолет? Так, новая операция. Я на пирсе, нужны носилки. Так. Новая операция. Лагерь Хэдсон. Понял тебя. Получена благодарность. А что нам нужно-то? Двигайся. Я не успел посмотреть. Выбрать операцию, ну вот. Отменить выбор, подбор игроков. Ну да ладно. Нам куда-то сюда нужно, так что пойдем. Здравствуйте. Надеюсь, нам сюда. Меня проверить? Ну, ладно. Что-то они, видимо, передумали. Да, вот, все. Я иду правильно. Ой, а то я подумал, уже какой-то бред начинается. Я не понял. А, вот, все. Запросить доклад об обстановке. У тебя усталый вид. Мне ужасно неловко это говорить, но нам еще столько всего нужно сделать. Не забудь, в такой холод надо надевать шерсть, а не синтетику. Меня посадили за эту работу, потому что у меня радикулит. Но ты не волнуйся, я буду исправно тебя информировать. Ну а рот у тебя почему не открывается? Ты мне не хочешь сказать? Так, ладно. У меня общая зона, схема обстановки. А, нам туда, вот, все. Прям по заданию. Теперь вижу. Так, читать. И что? Появились новые точки. Тайник пуст. Ну, спасибо, блин. Что дальше? Мать вашу, что дальше? Непонятные задания какие-то, общая зона, агент, торговец. Так, это, видимо, задание, да? Да, точно. Мы прилагаем все усилия, чтобы остановить... Так, штурмуйте вражеские укрепления. Следите за объявлениями и соблюдайте... ликвидация Мишель Мейсон. Медицинские препараты Челси. И водоснабжение. Давайте начнем с водоснабжения, если у нас получится туда вообще добраться. Сейчас глянем. Так. Да, думаю, у нас все получится, но до задания нам бежать очень-очень-очень далеко. Так что встретимся на месте, друзья. Ну вот, я добрался до нужного места. Нам, оказывается, нужно спускаться в канализацию. Водоснабжение, мать твою. И кого снабжать-то будет? Внимание, диспетчер патрулям в Челси. На 20-й западный значительно ослаблен напор воды. Проверьте, в чем дело. Понял тебя, иду. Так, я уже кого-то слышу. Опа, это что, огнеметчики? Обожаю огнеметчиков. Так, смотри-ка. Сейчас будет бум. Даже два.
Вот, отлично. Сдох. А теперь нам нужно включить насос. Полагаю, да? Да, точно. Вот вентиль. Да что ты будешь делать? Внимание, давление воды критическое. Так, задача выполнена. Армейский М9. Взять. Воу! Воу-воу-воу! Тихо, тихо, тихо! Блин, чуть не умер. Куда ты побежал, блин, засранец? Решил убить меня, ублюдок? Внимание, так, появился новый вентиль. Да чтоб внимание, тебя, вот это разброс. То есть отдача. Ты чё, совсем обалдел? Подбежал ко мне в упор, блин. Все, нужно включать второй вентиль. Погнали. А, блин, какая-то тварь еще осталась. Все. Передумали наступать, ублюдки. Так, нужно перезарядить все оружие. Протеиновый батончик. Спасибо. Я как раз был голоден. Все. Теперь защищаем вот этот насос. Спускаться я не буду. Ты куда собрался-то, а? Внимание, дебил. К вам приближается противник. Откуда? Вижу. Гранату оставь себе. Блин, здесь бы прицел от плеча было бы очень удобно. Воу! Ты чё, тварь? Внимание, ты откуда взялся? Иди! Уйдите от меня! Я с вами не... А, вот еще. Вот он. Все, готово. Или нет еще? Еще нет, видимо. К управлению тут нужно привыкнуть. Внимание, давление воды критическое. Быстро, 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 быстро. Время идет. Все, включаем насос. Встанем где-нибудь. Вот здесь. Да. Воу, не туда. Внимание, к вам приближается противник. Осторожно. Блин. Надо бить. Есть. Раненые также представляют опасность. Какие... полностью фулхоповы. Ну-ка, высуни головушку свою светлую. Отлично. Инцидент. Они это называют инцидентом. Напор воды в системе восстановлен. Спасибо. Так, что это? Боеприпасы? Ну, спасибо за боеприпасы, мать вашу. Так, инцидент завершен, так что мне можно отсюда валить. Давайте выберем операцию следующую. Так, вот, есть медицинские препараты Челси. Давайте отправимся туда. Это, в принципе, недалеко. Боже мой, это ужасно. Нам вчера отправили партию лекарств, но она пропала. Только подумай обо всех тех несчастных, которым они так нужны. Будь лапочкой, найди пропажу, ладно, а? Ой, конечно, конечно, я прям лапочка. Как же еще можно меня назвать лапочкой только? Обалдевшая бабуля, блин, обкурилась там себя что ли? Или таблеток наелась? Лапочка, блин. Че за наглость вообще? Так, 85 метров, недалеко, так что перематывать не будем. Сразу приступим к заданию. Где она у нас там? А вот она. А идите к месту выброса. Внимание, груза. Приближается противник. Откуда? Не вижу. Ой, нам туда, наверх. Здесь можно? Да, можно. Круто, вот это круто. Паркурчик есть. Вы чё, ребятки, обалдели что ли?
Вы против кого лезете, слышь? Ты в кого стреляешь, падла? Далеко не уйдешь, засранец. Все. Приближается противник. Откуда? А, оттуда не может. Ну блин, вот это управление меня немножко бесит. Этот груз мне защищать ведь не надо, да? Тревога. По припасам ведется огонь. Ой-ой-ой-ой. Вы кто тут? Твари. По моим припасам огонь ведете, да? Отдача очень сильная, это напрягает, честно говоря. Готов? Воу-воу-воу-воу-воу! Тише-тише-тише! Сейчас еще убьют меня, это будет не очень хорошо. Ну, смотри, как ХП восстанавливается, нормально. А кто попал? Где, кто? Откуда? С той стороны. Чё за забеги, я не понимаю. Я вам сейчас проведу огонь. Легкая мишень, на себя посмотрел бы. Черт! Ну-ка, пистолет. Чё за танцы устроили, блин? Так, один есть. Второй. Должна сказать, мы все очень впечатлены твоей работой. Задание выполнено. Я обязательно ему про тебя расскажу. Он будет в восторге. Надеюсь, он меня не будет лапочкой называть. Так, друзья, друзьяшки. Думаю, на этом можно закончить. Первоначальное задание было слегка непонятное, потому что это был пролог. Надо было еще его завершить на первом стриме. Но думаю, это ничего страшного. В общем, продолжим с вами в следующей серии. Надеюсь, уже стрим, то есть запись будет вместе с Игорем. Вместе поиграть было бы намного веселей. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Всем удачи и пока, друзья. До скорых встреч.